Процессор ⁇ устройство, предназначенное для обработки чего-либо. Является центральным вычислительным элементом любого компьютера, управляет всеми остальными его элементами. Современный микропроцессор ⁇ это прямоугольная пластинка из кристаллического кремния. На ее маленькой площади расположены схемы, транзисторы. Пластинка находится в керамическом или пластмассовом корпусе, к которому она подсоединяется посредством золотых проводков. Благодаря такой конструкции процессор легко и надежно подсоединяется к системной плате ПК. На стенде представлены портативные консоли Nintendo Switch и Steam Deck.